Подготовка к новому отопительному сезону продолжается. До наступления холодов в округе реконструируют котельные. Для надежной подачи тепла в дома люберчан некоторые объекты увеличивают мощность. На одном из таких побывала наша съемочная группа. Несмотря на разгар лета, работа в котельной на Комсомольском проспекте кипит. Тепло в дома уже не подается, но есть другие задачи. Рядом с объектом строится новый жилой комплекс. Мощностей на всю зону обслуживания не хватит. Для того, чтобы тепло пришло в каждую квартиру, здесь устанавливают два новых современных котла вместо пяти старых. На сегодняшний день дымовая труба на этой котельной установлена. Сейчас устанавливаются датчики и идет работа предпусконаладочная. Общая мощность котельной составит 21 гигакалорий в час. Этого достаточно, чтобы утеплить весь жилой фонд, прилегающий к территории, с учетом строительства новых объектов. Есть дома трехэтажные, четырехэтажные в данном вот районе. Но если 25-этажные и перепад давления, подача тепла, теплоносителя, 3 этажа – это одно давление, 25 – другое. Поэтому здесь есть свои сложности, все это учтено. Поэтому каких-то перепадов, каких-то неудобств в зимний период в данном микрорайоне просто не будет. Котельная заработает с новой мощностью уже в этом году, с самого начала отопительного сезона. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.